нам грех жаловаться, в стадионе можно смотреть что угодно и как угодно, но некоторые вроде с тобой соглашусь. Я думаю, станет только выше во втором тайме. А вот сейчас Кутерьма в штрафной! 1-0! И как же так? Как же упускают? Счет открывается! А это Фасон! За неделю достаточно от России вколачивает свой первый мяч за Локомотив. Это что за ловкач-трюкач? Ты же видел, 4 игрока «Динамо» плясали вокруг мяча, опустившегося в штрафную. Но вот вам и стандартное положение. Буквально 2 минуты назад «Динамо» у чужих ворот исполняло стандарт. И вот так вот пропускает. Еще раз смотрим. Вот мяч опускается, отскакивает от Смолова. И из-за спины защитника вырывается Лука Фасон. Вот они разбежались, игроки Лока. Четверка игроков Лока против четверки динамовцев. И Лука Фасон единственный, кто сохранил какую-то динамику. Кто еще бежит в этом эпизоде?